Привет, кот. Гулять пойдем? Только пришел с улицы. Ты уже погулял? Ага. Писюня. Вкусняшку будешь? Ага. Сейчас дам. Друзья, всем привет. Всем приветище. Рыжий не захотел идти гулять. На диване там его размазало, спит. Скоро, я так подозреваю, каприфолька моя зацветет. И будет вообще тут такой одурманивающий запах. Да, ухи ж растение какое пахнущее. Ну и хорошо. Маша умывается. Маняня. Эх ты ж тоже. Ласковая кошка. И мягенькая такая, как кролик. Пойдешь с нами на берег? Не знаю. Что там, птички? Что, собакин? Он не наказанный. Чего взяли, что он наказанный? Просто крестница моя потолычки боится собак. Он ее, я уверен, 100%. Он ее не тронул бы. Но есть вот такая боязнь собак у людей. Ну, я не... Вот интересно тут ставить камеру, как снимать таймлапс, с какой скоростью все растет. Тут уже, не знаю, сантиметров, наверное, 50-60 уже. Ботва у чеснока. Главное все поливать и тепло. А так как в этом году у нас тепло очень раннее. Интересно. Вчера вроде и не поливали. А на листьях роса. Если на листьях роса, значит будет жарко сегодня днем. Ну и хорошо. Здесь все поливали. Вот какая уже малина. Она уже большая. Показалось мне соцветие. А, вот, да. Вот они. Скоро зацветут. О! Наш красавчик. Привет, красавчик. Привет. Что у тебя за ухом? Давай беру. Тепленький. На солнышке сидел, наверное. Как не хочется. Не хочет, чтобы его гладили. Он всячески этого избегает. Ножки кривенькие задние. Пошли, Сэмик. Прогуляйся. Пойдемте пройдемся. Сейчас теплицу открою сразу. Чтоб там не было лишнего тепла. У нас супер замок наш. Чик-чик. Во. За ночь у нас тут ничего не поменялось. Только немножко подросло все. Вот это, видите, темные пятна вокруг помидоров. Это все перегной. Сэмик, тебе сюда нельзя. Извини, брат кот. Пошли. Вот туда можно. Ну и ладно. Лягухи исполняют. Толпой, наверное, сидят там. Кто кого переквакает. Собакин уже на берегу. Вот уже, видите, слева перегнивает и справа перегнивает. Что-то гупнуло только что. Надеюсь, что без последствий. Тут тоже одуванчиков с ума сойти.
Слушайте, вот я здесь живу и каждый день все это вижу. Вот у меня на глазах все меняется. Вот все каждый день становится немножко по-другому. Да. Кусок дикой природы, можно сказать, не выходя из дома. Мы когда сюда переехали, мне казалось, что мы переехали на ту базу. О, сколько их, ёлки-палки. Видите? Вот это все лягухи сидят. О, все, убежали. Да, мне казалось, что мы переехали на ту базу. Такое было вот ощущение. И по запахам. И мы приехали сюда 13 сентября. Дату я запомнил. И вот выходишь из дому. Озерный запах. Это еще сейчас дверь пластиковая. Это была деревянная и такая. С винтом. Вставлялся такой кривой ключ. И винтом открывалась дверь. Затем ее заменили. Да, и ни разу не пожалел. Хотя, как я уже говорил, заехали не с первого раза. Посмотрели, изначально не придал того, что может здесь такая красота быть. Потом говорю, не, давай, наверное, еще раз ездим. И не пожалел. Да, был бы микрофон стерео здесь. Вот на камере GoPro. У меня не GoPro, у меня простая. Там свой микрофон не очень. А GoPro три микрофона стоит. И там объемный звук пишется. Ну что, может как-то разбогатею, GoPro куплю. Куплю себе какой-нибудь. У кума, который приходил, у него 7 GoPro 7. Ну такая. Не очень новая, но зато уже есть голосовое управление. Он говорит, GoPro включись. Хоп, камера включилась. Ну такая интересная опция. Тут у нас цветочков добавилось. Я еще не знаю, будет мой голос слышно или нет. За кваканьем. Добавилось цветочков. Посадил сосед. Вот второй папоротник вылез. То есть корень прижился. Это хорошо. Как красиво цветут тюльпаны. Тюльпаны, господи. Ландыши. Я не знаю, будет видно. Капли пролетают. С ивы. И вот видите, попадает на листья. Вот. Ива плакучая плачет. Как название одного из шедевров киноискусства. Ресторан так назывался. Ну чем не красота? А пахнут как они, а? Класс. Никто из котов не захотел идти. Пуня только. Вышел на прогулку. Ох, какой он тепленький. Солнце прогревает. Несмотря на то, что утро. А уже так ощутимо греет. Ух, получил заряд бодрости. Подышал свежим чистым воздухом. И пойдем, сейчас будем косить. Получил вчера на косу еще один аксессуар, отдельно покупался диск такой, и диск заправляется 4 петли из толстой лески, и он становится более таким обширным и косит, ну, более такую поверхность, можно возле деревьев косить. Так, друзья мои, всем хорошего мирного дня, всем здоровья, благополучия побольше. Всем огромнейшее спасибо. Остаемся на связи. Всем пока.